Друзья, привет! Сегодня будет такое полезное видео, особенно для тех, кто только планирует переезжать в Польшу, либо недавно переехал. Вне зависимости от того, в какой город вы переехали, мы, то есть это я и еще 7 экспертов с Польши, которые живут уже тут довольно давно, которые достигли чего-то и которые являются экспертом в своей сфере, приглашаем вас на интенсив о Польше. Это будет как марафон, проходить в Телеграме прямой эфир с презентациями в июне месяце, плюс все эфиры сохраняются, вы можете вернуться к ним, когда вам угодно. Этот интенсив будет состоять из 9 прямых эфиров, 9-й будет бонусный, а 8 эфиров будут посвящены абсолютно разным темам. Я в описании укажу конкретно и график, и кто какой эксперт, о какой теме будет рассказывать. Если говорить в общем, то я буду рассказывать об образовании в Польше от яслей до полицейской школы. Лично я сама работала в полицейской школе, и я закончила полицейскую школу, я знаю об этом все. Плюс у меня 2 детей, которые учатся и в саду, и в Зарувке, прошли сад, и Зарувку, и школу, и частный сад, и государственные рекрутации, мы все это знаем. Поэтому я буду рассказывать и об этом. Плюс я буду рассказывать о буллинге в школе, к сожалению, мы с этим тоже столкнулись. Я расскажу, как мы выходили из этой ситуации, что нужно делать и как не получить такой ситуации. Это моя тема. Другие темы это будут о медицине, будет врач, который работает в Польше, рассказывать лайфхаки, как вообще попасть к врачу, мифы это ли реальное, что тут плохая медицина, как попасть к узким специалистам, что с детьми, как роды. В общем, все эти темы о медицине, это будет отдельный эфир. Следующий эфир это о легализации. Какие документы, какие пути, с каких стран, как лучше легализироваться, какие сроки, сколько денег, можно ли вообще это все сделать самим. Об этом будет третий эфир. Четвертый эфир будет с бухгалтером о налогообложении, о бизнесе, о ЧП. Как открыть, что открыть, для кого как лучше, по каким документам. Следующий эфир будет посвящен обязательно польскому языку, традициям. То есть учитель польского языка будет рассказывать вам, как эффективно, быстро, безболезненно выучить и начать наконец-то разговаривать по-польски. Следующий эфир это будет о получении ВНЖ, гражданства, карты поляка. Человек, который занимается этим профессионально и знает все ответы на ваши вопросы. Также будет эфир о покупке квартиры и безопасной аренде. В общем, как вы видите, эфиров очень много, и на самом деле мы подобрали так экспертов, чтобы максимально каждому было полезно, и мы должны охватить с вами все абсолютно сферы жизни в Польше, а самое главное это медицина, легализация, образование, квартиры, ну то есть все-все-все. И самое главное, что вы все после оплаты попадаете в чат, где кроме прямых эфиров также будут, вы можете задавать прямые вопросы каждому эксперту, друг с другом общаться, это будет закрытый чат, и только мы и вы будем там, никто другой. Самое интересное, что если вы оплатите до пятницы, до 26 числа, то стоимость будет 210 злотых. Также вы можете оплатить как и в гривне, и в злотых, и с других валют через Revolut, либо PayPal. Поэтому можете проходить этот марафон как с Белоруссии, с Казахстана, с других стран, если вы хотите переехать именно в Польшу. И после оплата будет 300 злотых. Сами эфиры начинаются уже с июня месяца. И, как я говорю, вы получаете к ним доступ, поэтому не переживайте, если вы даже не успеете какой-то прослушать, все равно вы получите ответы на все ваши вопросы. Вот так, если в среднем, то консультация у одного эксперта стоит 200 злотых. А так, за 210 вы получите 8 экспертов и получите ответы на ваши вопросы. Я считаю, это очень выгодное предложение и интересное. И даже если вы уже живете какое-то время в Польше, но до сих пор, да, там не знаете, или не легализовались, либо не хотите открыть бизнес, либо хотите получить гражданство, то я думаю, вам это будет очень полезно и очень выгодно. На этом у меня все. Все читайте в описании со всеми экспертами. Пока!